идея, которая возникла у ветеранов, чтобы их боевые товарищи, которые погибли в Великой Отечественной войне, шли вместе с ними в одном строю. И потом вот эта вот идея подхвачена вот родными, тех, кто не должен, или тех, кто не может принять участие. Конечно же, это та идея наша общая, которая позволит хранить праздник День Победы спустя сотни лет после 45-го года. Снова с нами, они в нашем строю, в строю бессмертного полка. Сколько собралось снаружи, чтобы это действительно помянуть своих всех предков, дедов. Тут уже поколение есть, уже и прадеды пошли. Поэтому должны помнить, себя уважать. Это мой прадедушка. Он воевал на войне, был танкистом. Это прадедушка. В авиавойсках служил, японская война от начала до конца.
8 сыновей, один вернулся живой только с фронта. Семеро потерянных.